В прошлом году началась самая масштабная в истории Подмосковья модернизация коммунальных сетей. Она рассчитана на 5 лет и охватит все проблемные котельные тепловые сети и улучшит качество жизни. Профилактические работы, ремонт и замену оборудования проводят в летний период в соответствии с утвержденным планом. Только так в холодное время года коммунальные службы могут гарантировать надежную работу всех элементов сложной системы централизованного теплоснабжения. Обычно профилактические мероприятия не занимают много времени. Достаточно 14 дней. В этом году по программе капитального ремонта, по госпрограмме запланировано 9 мероприятий на общую сумму 380 миллионов рублей. Естественно, в городе Щелково. Плюс у нас существует своя программа капитального ремонта, это порядка 100 миллионов рублей. И есть инвестиционная программа, там всего одно мероприятие, это замена котла КВГМ-20 на котельной улице Институтская. В центральном тепловом пункте номер 1 начался демонтаж теплообменника, который отвечает за перенос тепла от котельной к тепловым сетям. В течение 2 недель планируется установить новое оборудование и запустить его. Центральный тепловой пункт будет полностью отремонтирован и введен в эксплуатацию до начала отопительного сезона. Модернизируют и участок тепловых сетей протяженностью 800 метров в микрорайоне Щелково-7. Сейчас мы ведем монтаж теплосети при работе старой тепловой сети. Как вы видите, смонтированы, заготовлены участки трубопроводов. И как только после 17 числа начнется отключение котельной, сразу же старая теплосеть будет демонтирована и смонтированы новые участки трубопроводов на старом месте. Благодаря капитальному ремонту сети улучшится качество теплоснабжения 46 домов микрорайона и сократится число аварий. В котельной на улице Сиреневой заменят котел и смонтируют вакуумную деаэрационную установку, которая предназначена для удаления воздуха и газов из жидкостей, что повысит производительность котельной и продлит срок ее эксплуатации. Также запланирован капитальный ремонт котельной на улице Институтской в микрорайоне Чкаловском. Здесь планируется монтаж вакуумной деаэрационной установки, технологического насосного и теплообменного оборудования. 3 июня в котельной номер 3 на улице Пионерской начался плановый профилактический ремонт. Котлы были вскрыты, газовое оборудование демонтировано. Сейчас идет ревизия и настройка аппаратуры. Затем будет протестирована система автоматики безопасности. Дает она тепло и теплоноситель на 22 жилых дома и 4 социально значимых объектов. Протяженность тепловых сетей 3,5 километра. 3 числа совместно с представителями МОСАВС было проведено гидравлическое испытание тепловых сетей. Сети выдержали, готовы к дальнейшей эксплуатации. Всего в этом году в регионе планируется модернизировать около 40 котельных и почти 190 километров теплосетей. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.